Ходим первый раз, пойдем посмотрим, что есть в городе. Интересно. Спустимся. Тут не знаю куда, но спустимся. Пойдем найдем супер, купим чай. Лифт интересный, электронный. Да. Пришли. Куда-то пришли, пойдем. О. Еще найти отсюда выход надо. Красивый отель. Пойдем посмотрим, что есть. Выходим на улицу. Первый раз выходим уже. О, кстати, там жарко в отеле, в номере. А здесь прохладно. Водичка течет красиво. Я смотрел, изучал этот отель по картам. Поэтому попробуем сориентироваться. Он какой высокий. И где-то там высоко-высоко живу. Кто бы мог подумать, я нахожусь в Токио. Еще только 3 недели назад я об этом даже не думал, даже не собирался. И вот я здесь. А вот этот выход метро. Я видел вот на схеме. Раз на пути гостиница. Наверху это все гостиница. Ну, пойдем дальше. Холодно. Может шапочку одеть. Полицейские стоят. Люди ходят, люди бегают. Ночной Токио. Завтра я уже поснимаю более интересно. Я неожиданно быстро нашел этот супер, который искал. Он работает 24 часа в сутки. И купил, воды купил, чай купил, нашел. Понравилось мне обслуживание. Дал им деньги, он бросил в машину. Машина сама посчитала и выдала сдачу и чек. Вообще не ошибиться невозможно, обмануть невозможно. А здесь какой-то магазин. Сейчас пойдем в ту сторону. Самое главное не перепутать, с какой стороны машины будут на тебя наезжать. Выпивка, какая-то еда. Нет, ну, извините, шаурму я кушать не буду. Пойдем посмотрим еще, что есть интересно. Ладно, сейчас все уже поздно ночью, все, наверное, уже закрыто. Ну, хотя бары работают, но я сейчас бар не хочу. Сейчас приду домой, купил чай, сделаю себе чая и пойду спать. Вот наступило утро, наступил новый день. Вчерашний тяжелый день закончился, переезд закончился. И сегодня будем смотреть уже Японию. Вот, страна восходящего солнца. Из окна отеля. Очень красивый вид, много зданий, практически весь центр Японии виден. Сейчас я попью чай, схожу попью кофе и буду гулять по Токио. Панорама. Описание панорамы. То, что мы видим. Доброе утро. Вот я вышел на прогулку. Посмотрим, что есть интересного в округе. Вот что тут. Это гостиница.
Там я наверху живу. И рядом с гостиницей находится храм. Я хочу посмотреть, что это за храм, попробовать зайти внутрь. Начнем с этого. Вот. Мне кажется, это будет интересно. Начать утро именно с этого места. Я не знаю, или можно там фотографировать, если можно, то зайти так рано, но попробуем. Очень красиво. Люди уже ходят, не я первый. Монахи убираются. Здесь они, скорее всего, живут. Пробуем зайти внутрь. Мы попробуем тоже похлопать, может быть, что-то это даст. Я вам не показал, там нельзя фотографировать, но я постарался выполнить весь ритуал, который делают местные. Я отдал пожертвование божеству, поклонился и два раза постучал. Но от этого божества можно фотографировать. Похоже на обезьяну. У нас сегодня удастся день. Очень надеюсь. Все, идем. А потому что здесь ритуальные вещи, нам выкопать ничего не будем. Теперь идем гулять по городу. Пока я хожу, ищу... Во-первых, заблудился. У меня GPS работает не очень хорошо, но это не страшно. Я потихонечку ориентируюсь от магазина к магазину. В магазинах нахожу свободный Wi-Fi и подключаюсь. И потихонечку иду к месту назначения. А место назначения мне надо найти для Амалии краски.
у меня стоит точка, туда дойду. Но пока шел-шел, вот нашел магазин, где купил много-много зубных щеток. Поэтому уже часть работы я выполнил. И получил скидку tax-free, поэтому сразу сделали меньше. В принципе, я очень доволен, что сюда пошел. Хотя и трудно очень ориентироваться, у меня нету карты, а Google Map работает только от Wi-Fi. Поэтому, ну ладно, я думаю, что справимся. Если заблудишься в городе, то можно таким образом лучше узнать людей города, лучше узнать город. Поэтому я не против заблудиться в этом городе. Надо понять людей, надо понять, о чем они думают. Немножко ментальность другая. Две молоденькие девочки в магазине разгружали тяжелые тележки. Я хотел им помочь, но они полностью отказались. Даже у них упали, какой-то товар упал. И я стоял рядом, тоже автоматически решил им помочь, но они отказались. Поэтому очень интересно. Ну что ж, люди спешат на работу, а я исследую город. Так как вышло очень рано утром, у меня есть время для того, чтобы спокойно дойти и посмотреть на людей.